Всем привет! С вами Елена Вивас из Аргентины, и мы продолжаем с вами путешествовать по северу этой прекрасной страны. Сегодня к вечеру мы заехали в провинцию Сальта. Это основной регион виноделия в Аргентине. И остановились мы в прекрасном колониальном городке Кафаяты. Идемте прогуляемся и посмотрим красивые домики этого города, а также заглянем на ремесленный рынок и посмотрим, что же там продается. Приехав в город Кафаяты, мы совершенно случайно попали на день города. Это такое невероятное везение попасть на праздник в самый певческий регион
Аргентины, поэтому идемте и погрузимся в атмосферу аргентинского фольклора. Su imagen nace el recuerdo en el alma y del recuerdo el suspiro y del suspiro la lágrima. La dicha muere en tristeza, el llanto en la alegría, pero mi amor. Jamás, jamás. Lo malo muere en lo bueno.
ver cómo suenan esas palmas, porque... Ну и, конечно же, любой праздник нужно завершить в хорошей едальне. И вот я по советам местных жителей пришла там, где готовят лучшую Парижу, в этом городке. Que la lucha bravía comience, fiesta brava de sangre y coraje, la riña de gallos y el macho valor. Ya se miran en el reñidero, quizás uno de ellos tendrá que morir. Ya mi giro, Calcuta y Hondo, con esta mansín. Наше знакомство с городком Кафаяты закончилось. Если вам понравилось мое видео, не забывайте оставить лайки, пишите комментарии, а мы движемся дальше на север.